В 2021 году будет завершен первый этап благоустройства центральной исторической части Звенигорода. Проектный план, который стал победителем 4-го всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, представили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В рамках первого этапа проекта «Звенигород. Гостиный город» обновят городской центральный парк. Второй этап реализации начнется уже в следующем году. Он предусматривает благоустройство улиц Чехова и Почтовой.